Почему так получилось у тебя сейчас, да? Потому что ты по этому виду находился вот здесь, ниже, и просто развернулся вот так. И вот ты вот таким образом идешь, стыкуешься. Одаренным детям на форуме дают советы ведущие специалисты России. В космической лаборатории школьники тренируются стыковать в ручном режиме пилотируемый корабль. На таких тренажерах занимаются и сами космонавты в центре подготовки. Узнал что-то новое в отрасли космических технологий. И вот как бы дает стимул к дальнейшему изучению. Егор Кулик, 11-классник Краснодарской гимназии, в будущем собирается освоить профессию инженера в области космических технологий. Лабораторию, где изучают Вселенную, в третий день форума показали первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко и главе нашего региона Дмитрию Миронову. Ребят, достаточно интересно. Вот сейчас попробовали провести стыковку, объяснили. Ну и как, состыковались? Ребята, не очень успешно, но в принципе для второго раза очень даже неплохо. Самое главное понять, что происходит, процесс, принцип. Я думаю, ребятам было интересно. А для вас на работе сколько надо наработать на таком тренажере? Ну, в среднем для того, чтобы приобрести навыки, это порядка 30-40 часов практических полетов. За 4 года Ярославль стал настоящим местом рождения талантов. И это второе неофициальное название Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». В наш город приезжают одаренные ребята из самых разных населенных пунктов. Среди них Денис Шелестов. Юный программист представляет одно из старейших поселений Татарстана, город Елабуга. В свои 18 лет он уже создал несколько IT-проектов. В частности, сервис по поиску работы для программистов. Но программисты не просто так туда приходят. Они заходят туда и начинают писать код. Они пытаются что-то решить, какую-то задачу. Если у них получается, то они появляются в рейтинге. И, соответственно, их может захантить работодатель. Еще одно изобретение юных российских дарований – человекоподобный робот. Он может заменить людей на вредных производствах. Разработку также показали Сергею Кириенко. Мы уделяли большое внимание беспроводной передаче данных для того, чтобы расширить возможности робота. Сейчас я могу показать, что мы за это. Носки, за это. Носки – это как человек, который сидит в машине. Понятно. Это такой далекий прототип. В рамках форума также презентовали портал «Проектория». Это главная интерактивная площадка мероприятия. Сервис позволяет школьникам решать реальные производственные задачи. Кроме того, одаренные ребята и эксперты приняли участие в викторине. В ней специалисты должны были угадать, кому принадлежит высказывание – юному дарованию или профессионалу своей отрасли. В заключении третьего дня форума Сергей Кириенко отметил: люди – главное богатство страны, и такие события должны проводиться чаще. Здорово, что есть такой форум. Жалко, что он один раз в году. Видно, что и ребятам разъезжаться не хочется. И очень много, вот я, подходя сегодня к разным группам, знаете, главное, о чем говорили ребята, они говорили: очень интересно, жалко, что было мало времени, мы только начали. Форум, по сути, это кадровый резерв страны. Мероприятие позволяет формировать базу талантливых детей. К слову, наш регион одним из первых в России создал единый региональный список одаренных ребят. На сегодня он содержит информацию о 75 тысячах достижений ярославцев. Мы старались работать на перспективу, прежде всего, дорогого стоя, что некоторые ребята, школьники, говорят о том, что хочется приехать сюда еще. Выделил двух девочек, которые занимаются проблемами экологии в Ярославской области, а в частности парков города Ярославля. Проблема очень важная, очень актуальная. На форуме отметили и тех, кто занимается подготовкой молодых кадров. Среди победителей конкурса на право получения грантов президента России двое представителей Ярославской математической школы – Илья Парамонов и Павел Нестеров, оба преподаватели Государственного университета имени Демидова. В этом году заявки на участие в форуме подало рекордное количество человек, и даже те, кто в силу своего возраста уже не может принять в нем участие. Для одаренных детей это мероприятие – возможность проявить себя, показать свои разработки ведущим специалистам страны. И такой шанс у них появится еще завтра, в последний день форума. Денис Мороев, Сергей Ватин. День в событиях.